Председатель правительства России Дмитрий Медведев высоко оценил состоявшиеся выборы. Сегодня ночью, после завершения дня голосования в самом западном регионе страны Калининграде, штаб партии «Единая Россия» провел селекторное совещание с региональными отделениями. Спикер в своем обращении подчеркнул, что избиратели в этом году показали высокую активность на выборах. В республике явка составила более 40%, что намного выше некоторых регионов. Одним из первых в прямом включении Дмитрий Медведев обратился к нашей республике. Егор Борисов рассказал о результатах Якутии и отметил, что выборы прошли успешно. Практически все кандидаты от «Единой России» получили поддержку жителей и набрали больше всех голосов. Кроме того, отдельно глава республики отметила Айсена Николаева, который набрал, по предварительным данным, порядка 70% голосов избирателей.